Долги за газ остаются главной проблемой в преддверии будущего отопительного сезона. И хотя до похолодания еще далеко, в городских теплосетях настоятельно рекомендуют не затягиваться платой. Никаких поблажек, отмечают в горсовете. Бороться с неплательщиками нужно путем отключения их от горячей воды. Городской голова потребовал от концерна «Городские теплосети» действовать жестко. Предприятиям-неплательщикам просто отрезать трубы. Если мы сейчас не приложим все усилия для того, чтобы обеспечить 100% расчеты за газ за минусом разницы в тарифах, это обязанность, которую взяло на себя правительство, об этом говорил и министр жилищно-коммунального хозяйства, мы будем иметь проблемы с началом отопительного сезона. По 2011 году сумма задолженности составляет 62 миллиона 723 тысячи гривен. 50 миллионов – это разница в тарифах, которая превышает долг. На сегодняшний день долг Запорожья за потребленный газ составляет 275 миллионов.